Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой наш любимый заказчик, спасибо большое. Ребятки, слушаем трек. Ты убираешь, когда хочешь пожать на рук. Я смотрю на этих пацанов, они ведут себя, будто бы суки. Уйди отсюда, блядь, нахуй. Ёбаный мудак, ты продаешь жопу, потом, блядь, кричишь, ну а где мои братья? Ботаю так, чтобы пальцы взять, кажется, моя мама, чтобы ни в чем не нуждалась. Я мне не нужен коннект, с тобой, сука, взяла, собрала манатки и съебалась. Я не покину всех братьев, ведь они, я знаю, преданность, преданность стань. Ёбаный мудак, ты продаешь жопу, потом, блядь, кричишь, ну а где мои братья? Ботаю так, чтобы пальцы взять, кажется... Ну, ребята, очень вкусно. Очень классно, вкусно, классно. Ребята, какой голос. И ты понимаешь, он весь, он выкладывается полностью, да, он полностью раскрывается, да, когда исполняет, да. Слушай, у меня мурашки по телу. Вот все классно сделал. Молодец, голос шикарный. Моя мама, чтобы ни в чем не нуждалась, нет, мне не нужен коннект, с тобой, сука, взяла, собрала манатки и съебалась. Я не покину всех братьев, ведь они, я знаю, преданность, преданность стань. Я вспомнил, к чему мама просто это выше. Иду на фею, спасибо Всевышний. Я сделаю все, чтобы мама гордилась. Ты не круто узнавает. Прелесть, голос, шикарно. Такое исполнение классно. О любви, ребятки. Трек о любви. Ну, о любви, очень, о любви к семье, да, к маме. Очень красиво, ребятушки. Плоская жопа, давно не наш уровень. Я забил тачку со суками, позже забьюсь за деньгами, личными сумками. Кину бабла, нахуй твой нал, ебать ты клоун. Расстрел шлюх, они все блонди. Я наебал их, как будто мы вроде шлю. Всех нахуй запиваю чиво. Собачьи патроны, меня на тут минус. Со мной пару шлюх, они на любителя пиздила. Любишь, но не убедительно. Я выебу этот бит просто, чтобы ты его где-то, сука, услышал. Ребят, три исполнителя, ну, очень красивые, чистые, звонкие голоса, поют, читают, ребят, чисто-чисто, вот, очень классно, ребят, музыка великолепная, все продумали, ребят, так, каждая мелочь, ребят, их в исполнении раскрываются, показывают свои чувства, любовь. Мне все, ребят, нравится. Я с тобой танцую, ребят. И я слушаю, наслаждаюсь. А мурашки, ребят, бегают. Потому что очень классное исполнение. Очень классное. Парта Славу слушать. Я танцевал не из кожи. Раньше ходили пешком, но теперь на Porsche. Твоя жопа хороша, но голодный хочет побольше. Че ты ко мне пристала, давай попозже. Ты на меня злишься. Ты как я не смоешь. Вода, бензин. Все, что я слышу от них, гуфи. Но ты не можешь его даже купить. Я не продаюсь, запомни мой дин. Эй, дура, нагнись. Я не на ее хейбаса, блэклист. Я тебя не верю, блин, а ты бишь. Я сама полезла вниз. Я не продаюсь, запомни этот тварь. Я убрал тебя один, не есть весь склад. Называй меня. Скажу, да? Вот я смотрю текст, слушаю, да, очень интересно звучит текст, ребят. Очень классные лайфхаки, да, вот в голосах у ребят. Мне очень нравится, ребятки, с удовольствием слушаю. Братья, ботаю так, чтобы батя взять, кажется, моя мама, чтобы ни в чем не нуждалась. Нет, мне не нужен коннект, с тобой, сука, взяла, собрала манатки и съебалась. Я не покину всех братьев, ведь они, я знаю, преданность, преданность стай. Не нужно, я не нужен, я с тобой, сука, взяла, собрала, мы на чьи съебалась. Я не могу, 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 я не мог
молодцы, конечно. Мне нравится, когда есть мужская дружба, ребят. Это так классно, да? Преданность, стая, да? Правильно? Они как стая, да? Они же вместе. Они вместе, стая они парней. Команда, да. И никакая девочка это не помешает. Никакая девочка. Она но хочет вклиниться в стаю, да, разрушить её. Но они, конечно, она ему нравится, конечно. Я ничего не скажу. Но он выберет стаю, но да? Но он выберет стаю, потому что она ему ближе, ребят, понимаете? Стая ближе. Да, потому что мужская дружба, если настоящая, она дружба. Мне, ребята, очень понравилось исполнение. Очень три исполнителя талантливых, ребятки. Чувствуют музыку, ребят. Вот чувствуют музыку. Красиво вот немножко аранжирируют. Аранжировка красивый голос. Аранжирует. Аранжировка красивых голосах, ребят. И автотюн добавляют. Аранжирует. И разные вкусняшечки, ребят. Мне так понравилось. Знаете, ребят, приятно их слушать. И они поют, ребят, не просто так. Они вот от всей души поют. Они раскрываются, ребята. Они раскрываются как... Но мы этих артистов мы по отдельности слушали. Да. Они классные и отдельно друг от друга и вместе классно звучат. Мне это все понравилось. И музыка понравилась, и как они пели, и знаете, тревожность. Энергетика голоса, трека. Энергетика, ребят. Атмосфера. Все сделано грамотно, музыкально. Приятно слушать. Талантливо, да. Ребят, приятно слушать. Талантливые, вот реально да. Реально приятно. Я пробовала подпеть немножко, ребят, нельзя, потому что я слушаю трек. Но я не хотела очень мешать. Хотела, ребят, очень хотела петь, ребят, с ними. Очень хотела, именно вот эти высокие ноты, ребятки. Все понравилось, ребят, все грамотно сделали. Молодцы, ребят. 10 из 10. Ребятки, творите дальше. Пишите красивую музыку. Красивый текст, ребят. Давайте возможность своим фанатам слушать вас, чтобы мы слушали и наслаждались вашими голосами, вашей музыкой, вашими текстами, ребятушки. Мне все понравилось. Спасибо большое заказчику. Спасибо большое заказчику. Ребятушки, вы талантливы. Молодцы, ребятки. Молодцы, не останавливайтесь, ребятки. Вот вы умницы. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.